Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Найт Гвард. Ну что ж, ребята, продолжаем мы выживать, так сказать, в этом потрясающем мирке Фростпанка. И вот оно! Пошел автоматончик, работает на круглосуточной основе. Так, ну, ребят, мы что, мы узнали, собственно, о том, что приближается буря, что, типа, ну, все, финита ля комедия. Да, надо готовиться. Вроде как мы готовимся, у нас уже очень много угля, то есть примерно на двое суток. Дерево-то хер бы с ним. Сталь, паровое ядро еще есть. Еду пока что пытаемся как-то сформулировать, переработать, потому что я в еду особо не ударялся, ее до этого хватало и хватало. Теперь строим в экстренном порядке себе новые, так сказать, охотничьи угодья. Все это дело будем сейчас, так сказать, под себя поджимать. То есть реально, сейчас нет проблем с углем от слова совсем. Я уверен в том, что этого хватит, потому что этот уголь, он вот так не кончится по щелчку во время бури. То есть эти ребята, эти три моих робота, они будут работать на этих угольных шахтах даже во время бури. Поэтому здесь все хорошо. Надо запастись, сейчас только будет едой, потому что сказали, что еды не будет совсем. Вот это реальная проблема. Но мне надо сейчас разобраться с тем, что у нас осталось в плане информации на пустошах. Потому что я еще не все открыл, и там еще есть мои отряды, они еще работают, бедняги. Так сказать, есть свои нюансы. Но в принципе, как мне кажется, мы пока что успеваем. Пока что успеваем. Там будет понижение температуры где-то до минус 70 либо 80. И потом будет, скорее всего, двукратное понижение, то есть где-то до минус там 140. Ну, короче, еще гадать, ребята, давайте смотреть. Давайте смотреть. У нас появился автоматон, все хорошо, все работает. Так, ученые, ребята, что у нас там? Не работает, потому что нет нового открытия, да? Смотрим. Что бы нам сейчас такого открыть, чтобы оно нам помогло именно сейчас? Протокол лечения, кстати говоря, протокол лечения. Будут лечить людей гораздо лучше. Новая конструкция дома, а ну-ка. Для постройки дома потребуется на 10 единиц древесины и на 10 единиц стали меньше. Кстати, а вот это хорошо! Мы сможем улучшить все свои бараки до домов за более дешевые ресурсы, просто потому что у меня очень много домов, и на это нужно потратить будет очень много ресурсов. Так, я пока что не прокачиваю ни хера в плане отопления генератора, потому что до бури еще есть время, 3 дня. Я надеюсь, что я успею это дело открыть, просто потому что сейчас я открою это дело, то, ну, типа, сразу придется свои мощности использовать. Конечно, их можно будет подрубать, там, все дела, но люди уже к теплу привыкнут, да, это будет жрать очень много угля. Поэтому лучше я, так сказать, попаду в нежданчик. То есть я открою эти открытия в самый пик, когда попрет буря, и буду что-то смотреть, охеревать от того, как мой уголь сгорает просто ежесекунда. Так, законы. Вот что я хотел посмотреть. У меня в порядке уже все открыто, там, так сказать, предельная мера. Чрезвычайная смена мне нахер не нужна. Мне так автоматон работает. Вот, сортировка больных. Да, просто без угрызения совести. Недовольство выросло, но и хер бы с ним. Сейчас мы его как-нибудь аккуратненько это, собственно говоря, подавим. Да, вот так вот аккуратно. Это пока что не буду использовать. Пока что вроде бы 35 больных, из них тяжело больных никого нету. Поэтому как бы работает и хорошо. Я это сделал для того, чтобы именно во время бури, если вдруг будет наплыв какого-то необычайного количества больных, ну, часть из них отправится, так сказать, в не очень хорошие места. Так, пошли работать сразу и переобучаем заключенных. И в рейд вышли, ребята, все делаем. По поводу шафота у нас еще не готов он. Здесь у нас что, сука, не все люди, что ж такое? Так, кухонька, пошли, паяки, уже 5 сотен есть, слушайте. Ну, нормально, мне кажется, 1716 мы успеем сделать. Может быть, даже стоит сейчас поставить себе реально вторую кухню, чтобы больше добывалась кухня, да? Ну, я бы куда-нибудь здесь поставить. А здесь, эти, сука, сраные эти угольные кучи. Никак они не кончаются, там дохера еще ресурсов. Блях, вот это проблема, уголь не кончается. Люди таскают, оно, бляха, не кончается, ребята. Мне бы уже надо было, чтобы он кончился, а он не кончается. Кстати, мне бы парочку протезиков. У меня, да, у меня есть парочку инвалидов, ребята, так что сделайте. Даже можно, наверное, про запас сделать. Хотя это будет тратить мой металл. Так, прибыли мои ребята. Что-то открыли мне в плане изучения мира вот тут. Изучение мира. Новые разведчики, я так понимаю, третий отряд мы открыли, но оно мне уже не нужно. Типа, быстрый отряд аванпостов, интеграция. Мне бы вот из этого что-то, сука, очень важное. Оно, вы мне не те научные открытия, ребят, принесли. Лагерь компас, либо же, ну, сейчас сначала сюда сутки, потом сюда еще, да? Как-то вот сделаем такую небольшую петлю. А, ну, сейчас мой отряд, кстати, прибудет сюда 6 часов, и мы отправим их сразу в этот лагерь компас. Нужны какие-то открытия, они мне приносят всякую херню, типа коллег, медведей и прочую херню. Ну, ребята, не то. Нужны открытия какие-то. Вы чё?
Уголечек. Уголечек добывается. Металл. Металл тоже. А ускоряем на сутки моего автоматона. Ускоряем здесь тоже. Металл нужен для того, чтобы сейчас сделать открытие, для того, чтобы улучшить эти дома. Дома это прям очень хорошо. Так, кухня. Да нет, слушайте, она справляется. Она справляется на самом-то деле. Типа одной кухни хватает за глаза. Так, вот тут мы не выбрали, что выбрать-то. Давайте выберем еще уголь. Еще больше угля. Больше угля! Запастись углем под самую сраку. Она перерабатывает 70 единиц, собственно, делает 70 единиц пайков в час. И одной кухни хватает за глаза. То есть нужно именно наращивать мощность охотников. Чтобы они добывали больше сырой еды. Да, у нас сейчас очень много людей простаивает. 40 человек меня сейчас простаивает, ребята. Это пиздец. Так, еда. Ну давайте построим еще одну охотничью хижину. Даже две еще охотничьи хижины, бля. Вообще просто устремся в охоте. Просто все, что здесь есть в округе, любую вообще мелочь, не знаю, дичь, мышек, полевок, я не знаю, подземных кротов снежных, медведей, все, что есть, все, сука, понимаете, принесите сюда, и мы переработаем их. Нужна хавка. Будет буря, будет жопа. Так, здесь, кстати, у меня люди работают. На лесопилке тоже люди работают. Везде люди работают. Вообще все работают. Молодцы. Единое целое. Появилось 18 тяжелобольных. Я уже начинаю задумываться о том, чтобы нажать на потрясающую кнопочку, чтобы издать указ, что некоторых людей надо как бы отправить в утиль, потому что не справляются они, сука, со своей деятельностью. Непонятно почему, но они не справляются. Так, вышечки мои работают, все хорошо, научные центры работают. Сейчас, кстати, откроется новая конструкция дома, и будем смотреть тоже по ситуации. Так сказать. Я чувствую, что придется тратить очень много металла. Очень много металла. Надо еще как-то сейчас распорядиться своим ядром последним. Каким-то образом. Не знаю, может построить еще одного автоматона. Отправить его тоже на металл. Кстати говоря, и это будет, получается, круглосуточная добыча металла. Это было бы неплохо. Это было бы очень даже неплохо. Хотя вдруг понадобится для какого-нибудь открытия еще ядро. Нет, тогда пока. Стоп. Кстати, я потратил столько ядер. Подождите. А для открытия отопления нужны ядра или нет? Ой. А я об этом-то и не подумал. Ладно, пока оставим одно ядро про запас. У нас 4 человека голодных. Как вы можете голодными, когда у нас на складу 530 пчух пайков лежит? Ну что там, блядь? Че, сука? Уголь добывается просто даже сейчас с запасом. То есть у нас куча стоит этих паровых центров и все. Так, что у нас здесь? А, ребята прибыли. Все, понял. Понял, это аванпост-центр последний. Распускаю, демонтирую здание. Так. Из глубокого провала я людей спас, но с остальных точек не могу спасти. Отзовите разведчиков и прочих людей. Осталось времени 3 дня. Но я успею отозвать их, ребят. Успею. Просто пытаемся открыть, так сказать, последние... Какие-то науки, пустоши. Ох, как все закрутилось, все завертелось. Интересно, что у нас там сейчас в кладбище творится? А оно исчезло? А, это паровой центр. Это у нас здесь этот был аванпост-центр. 16 человек. Слушайте, за столь долгое время у нас всего 16 человек. Как бы это не так много. Казнили еще одного, походу, врага общества. Нормально. Нормально. Недовольство его просто уничтожили на корню. У меня в основном сейчас недовольны из-за болезни, так понимаю. Так, что у нас там? Быстро открываем. Разваленные подземные базы, так, пропитанные запахом серы. Должно быть, это место было теплым, укрытым от внешнего мира, но теперь на глубине может быть опасно. Смотри, в развалины мы нашли чемоданчик, подписанный именем Фритьор Нэнсен. Мы нашли чертежи того самого чувака, который предсказал бурю. Ни хрена себе! Вот это! Домой несите, быстро! Мы открыли чертежи этого самого парня, этого гения, который эту бурю-то предсказал, этого Ненсона-то этого. Ох, ёб твою мать. Вот два самых важных человека, мы хотя бы у одного знания сейчас перенимем, перемнем, короче, заимствуем себе, потому что знания Теслы, от основателя одного очень великого здесь в пустошах города. Кстати говоря, мы очень много нашли его последователей. Оказалось, что в этом городе жило очень много людей, потому что мы нашли кучу лагерей и беженцев из Теслы. Там что-то пошло не так, как почему-то Тесла сошел с ума, город перестал работать правильно, сама установка Теслы без него. Это понятно, но сам факт того, что он что-то знал, то есть это было. Но мы не решились войти в город, потому что я бы тогда потерял отряд разведчиков и не узнал бы, что именно знал этот парень. Ну и как бы это тайна, покрытая мраком, которую мы никогда не узнаем.
А вот что знал Ненсен, этот самый, собственно говоря, ученый, мы сейчас узнаем. Оказывается, он был именно в этом лагере. Так, не хватает здесь у меня людей. И здесь не хватает людей. Какого хрена, блядь? Работаем, охотнички, быстро, по своим охотничьим угодьям. И пошли давать мне еду. Я что-то не понял. Томатончик, ты вообще должен работать круглые сутки у меня, добывать просто еду постоянно. На постоянной основе. Все заняты? Все молодцы? Давай, 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 давай. Чтобы никаких лишних рук не было. Вот так вот, блядь. Нормально, все. А, не подвел сюда улицу. Какого хрена, она же строится. Или она еще строится, подождите. А, она еще строится, понял. Фух-фух-фух-фух-фух. Ну, у нас 5000 угля. Ну, то есть, все, с углем я все, я в ту сторону даже не смотрю. Даже больше не буду их ускорять, тратить пищевые пайки. С углем все хорошо. С едой есть проблема. У меня 400 человек населения, они каждый день сжирают эту еду. Осталось 3 дня. Я вроде напрягаюсь в сторону еды, а вроде что-то ни хера она не растет. Не знаю, меня вот это начинает пугать. Может, надо как-то поменьше тратить на еду. Может быть, сейчас реально людей кокнуть чуть-чуть. Недовольство немножко будет расти, да? Надежда снизится с каждой смертью. Надежда мне, в принципе, не страшна. Давайте отсортируем, и через 3 дня она будет готова к тому, чтобы во время бури кого-то еще... Ну, много людей у меня сейчас просто так проедает мою еду, валяясь в лазарете уже целые недели, месяца, понимая о том, что даже мои самые умные, светлые головы, работающие в моем потрясающем, гениальном лазарете, не могут их спасти. Но даже вот люди из этого центра, который, сука, спас не 1000 людей, ну не могут о нем помочь, ребята. Ну не могут. Поэтому, ну простите меня. Чтобы спасти большинство, приходится жертвовать меньшинством. Есть такое гадкое правило, но вот как-то так. Фух-фух-фух-фух. Так, новый рабочий день сейчас начнется у нас, ребята. Сейчас будет переработка еды. Сейчас все попрет. Так, открыли. Открыли мы технологии дома. Новую технологию сразу смотрим. Эффективность работы. Кстати, улучшенные обогреватели. Давайте, наверное, сейчас это откроем. Это нужно. Вы спросите, почему? Потому что я в обогреватель даже верю больше, чем в мой главный генератор. Обогреватели стоят по всему городу, они покрывают зоны, которые никогда не покроет мой главный генератор. Как бы я его сейчас там не раскачивал, не вставлял новые там у него шершни, поршни, он не покроет вот эту всю зону. А мои потрясающие генераторы покрывают. Покрывают, и причем очень даже. Поэтому, если они смогут поднять сейчас температуру еще на один уровень выше, это будет хорошо. Это будет, кстати, очень хорошо. Так, 3 часа до прибытия моих, собственно говоря, разведчиков. Блин, просто столько всего. Сумбур начался конкретно. Молитвы на работе. Сэр, люди на одном из рабочих мест, сторожевой пост, отказались трудиться сегодня. Они хотят провести всю смену в молитвах. Не, ну я понимаю, если вы помолились там пару часиков, но всю смену, ребят, ну вы чё? Мы вкалывали, как одержимые, но есть и этому предел. Как хорошо мы можем подготовиться. Взглянем правде в лицо. Грядет конец света. Понятно, блядь. Надежда упадет. Так, ребят, вы можете помолиться там, на работе, в уголке, какое-то время. Вера, надежда, это, так сказать, дело каждого. Но работать нужно, особенно если вы работаете на сторожевой вышке. На вас смотрят все население. Если вы поникнете, остальные вообще обосрутся в трусы просто. Там акатехин будет килограммов на 8. Так что давайте все вместе будем работать. Вот так вот. У нас, кстати, уже куча металла. Куча металла. Металл стал добываться с какими-то просто нереальными темпами. Так, дома строим. Строим дома, ребята. Понеслась просто жара. Понеслась жарюлечка. Просто на все ресурсы сейчас полная реконструкция города. Сейчас и дерево все потратим, и... Вообще потратим, короче, все, что есть. Что-то ни с того, ни с сего. Все-таки автоматон, работающий под бригадиром, я вам говорю, творит чудеса, ребята. Тупо творит чудеса этот парень. Все дома реконструируем. Это все или нет? Я за один заход реконструировал все просто дома, которые были в моем городе. Один остался. Вот он. Все, да? Нет, еще вот тут один домик остался. Все. Все дома реконструировали. Сейчас будет дикое недовольство из-за того, что у нас 320 человек бездомных. Но масштабная стройка, ребята.
Так, недовольство. Ну, недовольство, с чем мы собьем-то, в принципе. Шафотик, все дела, это мы сделаем. Оно и падает, и понижается, и падает. Только люди с одним построили, такие, типа, да, хорошо. А те, которые еще без дома, типа, такие, блин, плохо. Но в итоге они все поймут, что я только что сделал благое дело. Так, правда, теперь мне нужно дерево. Так что работаем на шахте, не покладая рук. На шахте, на лесопилке. И здесь тоже, ребята, ускоримся. Фух. Так, разведчики. Разведчики. Опа! Термоизоляция домов. Они открыли мне термоизоляцию домов последнего уровня. В домах теперь вообще просто жарища будет. Ни хрена себе. Селекция в теплицах, но у меня вроде как сказали, что еды не будет, поэтому даже нет смысла это все открывать. Тут, в принципе, из того, что осталось, мне, в принципе, ни хера не нужно, кроме протокола лечения. Но давайте, наверное, сейчас займемся более важными вещами. У меня же до сих пор еще идет открытие. Чего-то я вдруг раскис. Оно же сейчас не открылось. Обогреватели пытаемся сделать мы, да, сейчас. Это круто, ребята. Так, разведчики. Это у нас что, ребята? Это ребята, которые прибыли. Пацаны, последний марш-бросок. Один день, 9 часов до прибытия. Мы успеваем до бури? 2 дня. Мы не успеваем. Они обратно не вернутся. Жопу бросайте. Домой. Ребята, домой. Отменить приказ, вернуться домой. Домой, пацаны, полная разархивация. Не успевайте уже, не успевайте. Вы отработали как могли. Никто не был виноват в том, что мы не смогли найти, так сказать, что-то очень важное. Хотя мы нашли только что термоизоляцию новую. Это вроде бы открытие того самого Нэнсона, которое сейчас прибыло. Это же оно прибыло ко мне домой сейчас, получается? Или нет? Или это вот они несут чертеж Нэнсона? А, это они несут чертеж Нэнсона. Это ребята, которые здесь у нас где-то были в пустоши и нашли чертеж утопленных, утепленных домов. Да, молодцы. Они сделали свою работу, так сказать, много где побегали. Да, много чего было уже разорено до нас, но по итогу, так сказать, молодцы. Все, пацаны, теперь на обычные работы, отдыхайте. Сейчас прибыл второй отряд, погибло 5 наших людей, бывает. Пошла жара, пошла. Система обогрева, давай. Так, быстро. Все, там вроде для прокачки не нужны нам больше эти... Господи, скажите мне, паровые эти ядра. Если что, надеюсь, мы успеем сделать автоматон и отправить его на металл. Осталось сейчас только успеть с едой. Ребят, у нас 2 дня, надо добрать еще косарь еды. Бля, это прям жестко. Это прям что-то жестко. Во-первых, не хватит места. Сейчас надо поставить себе еще под еду. Под ресурсы, точнее, сейчас склад. Еще не склад надо поставить, 100%. Да. Еще охотников, что ли, нанимать, я не понимаю. Кухня вроде бы и работает, а вроде бы и нет. Она вроде бы до хера производит, а вроде бы и мало. Черт его знает. Просто черт его знает. У меня вроде бы рабочие руки тоже еще есть, да. То есть я не знаю, честно. Наверное, будем смотреть. Надеюсь, что успеем. Сейчас просто много людей ушло строить дома. Просто шикарные особняки, пентхаусы. Металлическо-деревянные там обшитые. Температура просто запредельная. Там внутри можно в трусиках ходить даже во время нереальной буры. Аванпосты. В смысле не успел? Я же отослал. У меня же один отряд, типа. Они замерзли! Мы так и не узнаем, что было в чертежах Нэнсона. Они не успели. Как так-то, блин? Тут потоки бури, походу, настигают гораздо быстрее, чем сами облака. Мы не узнаем, что было в чертежах Нэнсона. Блять, он же что-то знал. Он же открыл эту бурю. Он, сука, что-то знал. Епона кочерыга. Ай-яй-яй! Получается, мы не узнали то, что знал Тесла, и не узнали то, что узнал Нэнсон. Короче, мы, грубо говоря, если выживем, то выживем за счет своих мозгов, не за счет чужих. Но это печально. Блять, не успел. Один отряд спас. Ребят с аванпоста спас. А разведчиков не спас. Пиздец.
Они так рисковали, они открывали самые дальние точки и по итогу не успели. Бля, вообще жалко пацанов. Жалко просто. Слезы наворачиваются. Реально, это же был тот отряд, который работал с самого начала. Они вот не заслужили просто такой жопы. Они заслужили шанс пожить здесь. Потому что они работали 24 на 7 просто. Ах, пиздец. Адовый. Так, похоронные церемонии. Это хорошо, что у нас там сейчас с эшафотом. Он почти готов, уж недовольство нарастает. Надо бы сейчас немножко его подунизить. Подунизить это. Унизим это недовольство. Жесть какая-то. Просто жесть. Растет, понижается, понижается. Ох, недовольство очень сильно упало после того, как достроились, походу, последние дома. Да, все, весь город, ребята, в домах. Это круто. Это круто. Почему-то здесь людям тепло, а здесь нет. Походу сюда паровой мы этот не достает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не достает сюда, ребята, у меня технологии, мой паровой центр. Вот тут сейчас, наверное, как-то поставим его вот так вот красиво. То вдруг прибудут еще какие-то люди, невзначай, какие-нибудь, не знаю, совершенно случайные. Угу, вот так вот оно все. Не работает шахта, почему? А, автоматон пошел на подзарядку, хорошо. А, нет ресурсов! Хера себе, вот это мы добываем уголь, у нас место кончилось на складе угля. Пиздец. Так, подождите, может надо еще поставить склад ресурсов под уголь? Вот это я, конечно, мне кажется, перестарался чутка. Уж где-где с углем-то, походу, мы переусердствовали. Что у нас там? Битва за припасы, сэр. Вчера вечером разгорелся спор между работниками. Некоторые хотели получить долю ресурсов, изготовленных для рабочем месте, чтобы подготовиться к буре. Но что-то драки, хоть кто серьезно не пострадал, а напряжение сохраняется. Держите меня в курсе. Ну, как бы это такая была пока что первая стычка. Ничего пока плохого делать не буду. Была и была. Если будет что-то более серьезное, если начнут воровать, тогда будем высылать стражников и пиздить всех. Вот тут у меня просто пустой пятак. За того, что этот сраный уголь, который до сих пор мы не можем разгрести, там огромная куча этого угля. Вот тут почти мы донесли этот уголь, надо уже донести его как-то, каким-то образом. С едой, бляха, не успеваем. Мне кажется, это еды не хватит, ребята. У меня 500, надо 1700. У нас осталось времени 2 дня. Так, что мы можем сейчас сделать на самом-то деле? Этот гребаный центр фабрика мне больше не нужен. Хотя, автоматона бы еще одного построить, да? Строим еще одного автоматона, отправляем его на уголь. Либо отправим его... Кстати, я могу отправить автоматона на кухню? И кухня будет целые сутки перерабатывать еду! О, это хорошо, это хорошо, это хорошо! Блин, еще было круто, если бы автоматон мог охотиться, блядь. Было бы вообще заебись, но он не может охотиться. Так, хорошо. Это хорошо. Охотники сейчас вышли у меня, да? Сейчас посмотрим, сколько они добудут еды к утру. Посмотрим. Надеюсь, что это будет приличное количество еды. Мы это не переживем. Да хоры ныть. Хоры ныть, блядь. В городе тепло. В городе теплынь теплая. Блядь, недовольство не с того выросло. Что началось-то? Ну, похолодание. Ну, и что у нас там? Минус 70 будет сейчас? Ну и что? Минус 70. Что, минус 70 никогда не видели, что ли? Правда? Ребят, ну вы гоните, что ли? Что у нас там? Что? Толпа грабит склады, ебать! Сэр, испуганные люди вломились на склад и начали разбирать припасы. Нам удалось отогнать их, но люди требуют древесину для обогрева и укрепления домов. Требуется 800 единиц древесины, чтобы хватило всем. У вас будет 24 часа на то, чтобы доставить 800 единиц древесины. Разогнать толпу, людям надо получить травмы. 800 единиц древесины, чтобы накопить за 24 часа 800 единиц древесины. Да, в принципе, я смогу, блядь, хер ли нет. Сейчас просто будем сверхурочно работать на лесопилках. Кстати, у меня нет каких-нибудь там, блядь, не знаю, улучшенных лесопилок. Можешь поставить еще одну лесопилку, кстати говоря. Блядь, наверное, так и сделаю. Чтобы уж точно успеть. Теперь я понял, зачем нужно дерево было. Оказывается, что люди в домах топят свои дома деревом. Кстати, они, кажется, расходуют ресурсы. При этом, прикиньте. Я, кажется, не знал этого. Будем теперь знать. Ладно. Мне кажется, успеем. Главная проблема — это еда. Главная проблема — это тупо еда. Вот она заполнилась сейчас максимум, потому что... Так, утро наступило. А где моя кухня, блядь?
сверхурочно работаем очень быстро, перерабатываем, чтобы охотники приносили еду, и она не впустую, блядь, прогорала. Не работает почему? Требуется сталь. А, 100 стали нужно, я понял. Сейчас добудут. Сейчас все добудут, ребята. Как же все прям в притирочку, прям вот вообще мы, вот прям вот. Прям да, прям, как бы, да-да-да. Может там казнь какую-нибудь небольшую привести? Слушайте, а было бы неплохо недовольство так подунизить, а то еще у нас совсем уже уперлось нам прям, не знаю, прям в лицо прям. Вырезалось недовольство, это так, провести рейды там, найти плохих людей. Закончился ресурс стали, сейчас будет. Появится новый автоматон, он будет работать на кухне круглые сутки, перерабатывать сырую еду в еду, короче, нормально, там все будет хорошо. Так, здесь у нас новое, именно под пищевые пайки, новое отделение, сейчас вышлю. Может, под еду построить себе? Нет, ладно, не буду, сейчас все равно появится автоматон, он в любом случае будет успевать перерабатывать эту сырую еду круглые сутки, поэтому это не проблема. Пожалуйста, быстрее постройте его, ребята, быстрее, быстрее, ускоряйтесь. Он за сегодня должен быть закончен. Просто по факту. Я вас даже сейчас ускорю. Но за сегодня автоматон должен быть построен. Так, 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 быстро открытие. Так, предохранитель муфты, улучшение генератора. Вот, третьего уровня, это то, что мне нужно открыть. Сначала нужен второй уровень, а у меня нет металла. Блять, нет металла, ребята, добудьте металл. Срочно. Блять, нет металла для открытия. Сейчас я еще не успею открыть третьего уровня. Там до бури-то осталось, а там до бури-то сутки остались, я не успеваю вообще от слова. Блять. Это я заигрался. Подготовка к буре. Ну же, ну же, ну же, ну же. Улучшение генератора пошло. Законы. Законы, 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 адаптация. А пабы, закон о дуэлях. Чрезвычайная смена. Да. Похер, похер на недовольство. Ребята, ребята, надо работать сутками. Все, пиздец настал. Работаем сутками. Так, 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 лесопилочки, вы мои родимые. Все люди, кто есть, сюда работаем. Обогреватель включил. Мне надо за сутки добыть 800 единиц дерева. Это как бы серьезная цифра, поэтому надо добыть ее. Фух, как все жестко-то, как же все жестко-то, а? Сейчас для открытия вот этого вот нового, так сказать, новой степени генератора понадобится очень много металла, поэтому сейчас, наверное, придется этим ребятам работать целые сутки. Недовольство повысится. Похеру. Похеру на недовольство. Повысится, повысится. Они должны работать целые сутки, чтобы добыть мне больше металла. Нужен металл, блядь, все. С углем проблем просто ноль. Тут просто работа кипит, блядь. Автоматон там на всю, блядь. Блядь, добываем, добываем. Командир вообще просто ноль проблем. No problemo. Добываем вообще все как есть. Легко. Автоматончик построился. Быстро на кухню, братан. Круглые сутки перерабатываешь. У нас уже 750 пищевых пайков. Часть из них будет сожрана людьми во время ночи. У нас осталось времени еще полтора дня. Ну, мне кажется, должны успеть. Должны успеть добыть 1700 пищевых пайков. Должны. Я в это верю. Что если нет, то все будет плохо. Зато у меня, слушайте, у меня очень теплые дома, люди вообще не жалуются на температуру, там прям жарище у них у всех, плюс работает очень хорошо мне сейчас. Вообще все хорошо работает, честно говоря, я не знаю, что париться. Единственное, что сейчас у меня проблема, это вот еда, но я уже даже в еде не парюсь, я успеваю. Сейчас может, конечно, недовольство вырасти, если не успею справиться с древесиной, но там у меня времени просто куча. Там за сутки надо собрать, даже больше, чем за сутки, за двое суток надо собрать всего единиц дерева, типа это херня. Типа дерево уже добывается. No crews in the sign of law. Сейчас все пошли отдыхать, как бы, да, кажется. Кажется, что все пошли отдыхать. Но автоматон это. Три на угольных шахтах, один на столюхе и один на кухне работают, не покладая клешней. Вот она, понимаете, технология. Поначалу их в городе испугались, типа, это огромные монстры, а вдруг они взбесятся и будут ломать там город. А по итогу оказалось, что эти умнички спасают наш город от неминуемой жопы, которая скоро произойдет, ребята. Скоро произойдет, но автоматоны нас спасут. Я уверен, что они нас спасут. Что там по буре? Все замерзло, все вокруг замерзло, всему пиздец.
Скоро уже и Винтерхолм падет. Вообще все, все замерзло. Все центры замерзли. Она уже вот здесь. Посмотрите, там просто, там реально бури. Там столбы снега падают с неба. Пиздец. Это просто... Нету моих слов. Нету моих слов. Через сколько будет доступен эшафот, кстати говоря? Не скоро, блин. А недовольство приличное. Кстати, после того, как я разгреб больных, все, больше не появилось. 20 человек на лечении, 2 калеки. Ого! Это вдруг с чего мы так сняли-то? А, это мы... А, там двухступенчатая, я так понимаю. Сначала люди рады, потому что вывешивают, типа, эти объявления, что, типа, скоро будет казнь. А потом люди еще раз рады после того, как его, собственно, казнят. Блять, больные ублюдки. Им нравится, что человека на пару казнят, слушайте. Это нехорошо. Но хотя это уменьшает недовольство и... Ну, теперь вообще проблем нету. Ты сейчас 100 пайков у меня уже, кстати. Там места-то хватит под пайки, бляха-муха. Что, построить, что ли, еще один склад под еду? У меня весь город уже в складах, типа, я не знаю. Но давайте построим еще один склад под еду. Чтобы уж точно хватило. Здесь сырая еда кончилась вся. Потому что автоматон ее просто переработал в хлам. В хлам переработал всю еду. Кстати, тоже у меня один автоматон вроде работает здесь, на кухне, а другой автоматон работает, да, у меня куча автоматонов. То есть, если что, я смогу там как-то их потом снимать, ставить на шахты. Ну, то есть, вообще, автоматонизация нашего города, просто, не знаю, бешеный уровень. Сейчас я надежда на то, что наши охотники смогут все-таки за эту ночь нормально что-то там раздобыть. Они у меня вроде бы все работают здесь, да. Давайте, ребята, давайте. Вас там человек, наверное, 70 занят на работе у меня. Собственно говоря, с добычей еды. 1100 у меня еды сейчас. Быстрее, быстрее, быстрее. Строим! Строим склад! Недовольство что-то начало расти, блядь, ни с того, ни с сего. Вроде еще не настал апокалипсис, они уже недовольны. С углем просто? 7000 угля! Кипяти не хочу! Там и форсажи можно подрубать. Сейчас вот единственный косяк, кстати говоря, если мы не успеем открыть третьего уровня мощность нашего потрясающего генератора. А времени херма. Около суток, чуть больше. Так, пацаны, врубаем круглосуточную херню. Хотя бы в одном центре, чтобы мы сейчас добили это открытие, с утреца делали полностью генераторную, потому что мне еще надо будет муфту прокачать. Я вроде бы не прокачивал ее, да? Да. Сколько это уже открываться? 9 часов, это херня. Ты будешь открываться, сколько у нас, пока неизвестно. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем, ребята. Давайте, пацаны, давайте, напрягаемся. Напрягаемся, и булочки, ученые мои потрясающие. Да, вот вы. И работаем, 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 работаем. Нужно приготовиться, хотим иметь какой-то шанс. Да мы готовы! Там и готовы. Ребята, мне кажется, может быть, до них информация не доходит какая-то. Может быть, я давно не проводил рейды, не расклеивал листовочки, я не знаю. До вас что-то, походу, инфа не доходит. Наш город, блядь, готов просто как никогда. Есть улучшение генератора третьего уровня, понеслась. Сколько это уже открывается у нас по времени? 12 часов. 12 и 8 того там, успеваем. Все рассчитал. Все, блядь, рассчитал. Просто. Математический ум, ребята, гений. Лучший предводитель этого гребаного города. Просто новые какие-то ставни, пиздец. Тут, блядь, это уже даже, я не знаю, это просто какой-то комбайн по переработке, блядь, тепла. Там по трубам вода сочится, сука, я не знаю, температура, блядь, градусов, так, наверное, под 800. Хотя такой температуры воды не бывает, но неважно. Так, сэр, люди, которым приказано трудиться через чрезвычайную смену, вернулись к работе без единой жалобы. Мы знаем, что грядет буря и что надо работать подольше. Тебе надо трудиться сообща, чтобы выжить в ужасный холод. Молодцы! Молодцы, сука, поняли, да? Поняли, поняли. Минус недовольства. Поняли, что надо врубить мозг. Молодцы, бляха. Пошло понижение, минус 80. Ничего, не чувствуем. У нас хорошие дома, у нас хороший лазарет, у нас все хорошо, ребята. Вот же умнички, вот же... О, вот вы ж мои зайчики, поняли, что да, надо наработать. Надо работать. Так, вот пайки, сейчас бы пайки успеть переработать. Блин, мало сырой еды, честно говоря, у меня сейчас 130. Вроде бы охотники добывали, и что-то нихера не добыли. Или они еще не вернулись у нас сейчас с охоты, я не знаю. Может, не все еще вернулись, вот они еще пока прибывают. Они очень мало себе добывают, я никак не прокачивал, в принципе, эти охотничьи угодья. То есть 20 еды за ночь, это просто... Наверное, надо сейчас еще поставить, еще одно охотничье угодье. У меня просто 10 человек еще есть свободных. Новый закон какой-то открылся, я не знаю, что тут открывать.
В целях у меня сейчас осталось одно открытие, тут у нас свободное, это клятва верности. Недовольство немного усилится, люди принадлежат к клятву верности, даст постоянный бонус надежды. У меня нет надежды больше. Смысла мне теперь это подписывать? Нету смысла. Нету смысла. А тут в законах у меня вроде бы ничего тоже хорошего не осталось. Пабы, закон о дуэлях, это херня. Продленная смена, недовольство немного усилится. Продолжительность рабочей смены можно продлить до 14 часов. Так и смысл, если я могу и так его продлевать до 24 часов. Тоже тут нечего больше принимать. Все, законы кончились. На данный момент все законы, которые можно было принять для того, чтобы спасти этот город, я принял. Теперь осталось только, ребята, дело за вами, так сказать. Дело, ребята, за вами. 1300 еды, да, успеем. Успеем мы набрать нужный минимум, мне кажется. Сейчас плюс еще один отряд появится у меня. Вот, так, быстро-быстро открываем муфту. Мы еще там сейчас и клапан откроем, и все откроем, вообще все, что можем, откроем. Надеюсь, наши, кстати, научные центры, это же не еда, они смогут работать во время холода, смогут, блядь. Так что, если что, они у нас будут открывать нужные нам открытия еще и во время холода. А металл мы добывать сможем и так. У нас автоматон все отправим, и все, и пусть работает. Ух, блядь. Скоро буря, ребята. Скоро буря. Осталось 16 часов. Осталось, ребята, 16 часов до бури. Значит, что у нас там по дереву? Нужно это было добыть... 800 единиц. Я не добыл 800 единиц дерева, ребята, потому что я тратил ее на улучшение, к сожалению. За столько времени я меня не смогу добыть. У меня в час 9, и так в каждом из этих зданий. Вот тут 10 почему-то. Не знаю, почему здесь 10, а здесь 9, блядь. Странно. А здесь тоже 10. В смысле, рабочие добывают хуже, чем инженеры? ЛОЛ! Рабочие работают хуже, чем... А, ну это же, да, автоматизированная херня. Кто же знал, здесь оказывается гораздо лучше рабочая сила в виде инженеров. Понятно. Я могу сделать вот так вот, да? А, и стало... А, нет! Баланс! Почему-то стало опять 9. Что за странная штука? А, так 10. Почему-то 9 рабочих и инженер, типа, он им как бригадир становится автоматически, поэтому они лучше добывают, или что, я понять не могу. Но если так, то пусть будет так. Так, ладно, пусть добывают. То есть у меня в каждом по 9 в час, итого это 27 в час. Типа за 10 часов это 270. Даже если я ускорю это дело, 800 добыть не успею. Я, конечно, могу их сейчас поднапрячь конкретно, да? Каждый из них поднапрячь. Типа, вот так вот. Генератор готов. Мы сделали все, что могли. Так, хорошо. Хорошо, еще что-то можем открыть, ребята? Ну тут, видите, растраты по дереву идут. Усиление радиуса генератора. Пропускной клапан генератора, чтобы он будет расти. Нет, вот тут у нас с расходами угля. Или все-таки сначала радиус открыть? Похер с расходами угля. У меня угля и так много, на самом-то деле. Так, с деревом, ребят, ну не успеваю. Типа, сорян. Типа, ну можете бунтовать, не знаю. Но будете много бунтовать, блядь. Ну получите пиздюлей. Типа, тут эшафот почти готов. Поэтому можете там поорать себе под мышку, блядь, и все. Сейчас главное, чтобы запаса еды хватило, но он уже близок к тому, чтобы его хватило, на самом-то деле. Я уже, честно говоря, не волнуюсь. Вот запаса еды. Буря почти настала, ребята. Осталось 12 часов. И она будет. Она придет. Великая буря всех времен и народов. Я, честно говоря, даже боюсь выходить на карту, смотреть, что там, блядь, с обморожением там, блядь, наверное, сейчас. Все замерзло просто. Все в холоде. Ничего не спасти. Замерзшие деревья. Стремно, пиздец. Появились новые коллеги. Может быть, все-таки, может быть, про запас произвести пока что парочку этих, слушайте. На парочку потратить немножко металла. Но у меня металл просто так прохлаждается. Давай, честно говоря, про запас сделаем себе протезы. Потому что во время холода будут возникать коллеги бунтовать. Надо их тоже, так сказать, к работе превращать. Кстати, уголь начал сгорать. Опа! Опа, Америка, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие. А уголь начал сгорать после прокачки клапана до 3 уровня. Это потрясающий агрегат, жрет слишком много угля. Этого хватит на около дня? Ни хрена себе. Я надеюсь, что мы успеем открыть вот эти вот потрясающие вещи, чтобы уменьшить расходы моего генератора, иначе мы, блядь, просто погрязнем вообще во все. У нас там время, конечно, еще есть. 6 часов до бури. А останется с утра.
Ладно, ребят, предлагаю пока на этом завершить эту серию. Перед самой бурей. Мы, что смогли, то сделали. Подготовились, так сказать, в важных самых аспектах. Скорее всего, по еде мы тоже успеем подготовиться. По холоду мы по генератору подготовились. Все остальное было провафлено. Но мне кажется, наш город готов к тому, чтобы выжить. Надеюсь, мы сможем выжить, ребят. Надеюсь. Надежда умирает последней. После нее еще, ребята, умирает послушание, но оно бессмертно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Пока-пока.